Her bir informasiya kanalı da duymuş dokuz etimidir. Военный информационный канал ДАДО-79 представляет. Экс-посол Армении в Ватикане, зять зачинщика Нагорно-Карабахского конфликта Сержа Саргсяна, раскритиковал супругу премьер-министра Армении Ноа Акопян, которая, по данным СМИ, с дочерьми сейчас совершает частный визит в Москву. Как передает Даяс, в своем канале в Телеграм Минасян напомнил, как Ноа Акопян, в декабре 2019 года, цинично приглашала первого вице-президента Азербайджана Мехрибана Алиеву в оккупированный армянскими вооруженными силами азербайджанский город Шуша, пить чай и слушать мугам. Сегодня же, констатировал дипломат, Мехрибан Алиева, в ходе визита президента Ильхама Алиева в Шушу, вошла в церковь, и далеко не в качестве гости. Ноа Акопян, некогда гордо позировавшая в качестве хозяйки, на фоне пейзажей Шуши, отправилась в Москву, и в сети разошлись кадры, как прибывшие поселяются в отеле «Арарат Парк Хаят Москва», написал Минасян, подчеркнув, что в сложные для Армении времена первая леди Армении ищет пристанище, покоя и роскоши. Напомним, что информация о побеге Акопян в Москву вызвала широкий резонанс в Армении. Так, в московском аэропорту, сообщает Ереван Тудей, в зал встречи официальных лиц и делегаций ворвались представители армянской общины России. Они встретили Акопян и ее дочерей словами «предатели». Ранее, жена армянского премьера появлялась тут и там при любой возможности пропиарить себя в СМИ. Эти попытки дешевого пиара сопровождались наглыми и неадекватными выходками и провокациями в адрес Азербайджана. Сегодня же опозорившаяся Акопян пытается спрятаться от журналистов в московских гостиницах. Вот судьба оккупантов. Bu kadar. Kanalımıza abone olmağı və komentariya yazmağı unutmayın. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.